Я вообще живу сейчас за пределами Москвы, в пригороде. Вот. Мне там очень нравится. Москва достаточно такой динамичный и суетливый город. Но вот бродя по центру, я заметил, что больше появилось пешеходных зон, что она все ближе и ближе приближается к такому состоянию европейских городов. То есть очень много молодых людей на мотороллерах, там на велосипедиках, на скейтах, там кучкуются, ходят. Мне это очень нравится. То есть я считаю, что, в общем-то, тенденция вполне хорошая, здоровая.